Всем привет! Это канал Светомания. Сегодня у нас такая замечательная солнечная погода. Я решила вам показать нашу гортензию. Это метельчатая гортензия. Это очень влаголюбивое растение, которому требуется обильный полив. Минимум 1-2 раза в неделю. Но нужно учитывать, что если идут обильные дожди, то полив мы сокращаем. Зимовку переносит она у нас хорошо. Ей не требуется никакое укрытие. Обрезку производить лучше весной. После того, как начнет таять снег. Осенью нежелательно производить обрезку, так как это может повлиять в дальнейшем на цветение. Бутоны начнут мельчать. Вот такая красавица у нас растет. Кстати, гортензия очень любит кислую почву. Чем кислее почва, тем она может быстрее менять свой цвет. С очень кислой почвой гортензия становится от белой до голубой, до фиолетовой. У нас почва среднекислая, и она со временем у нас приобретает такой розовый оттенок. Вот здесь я не знаю, сможете ли вы заметить. Уже начинает немножко бутоны менять свой цвет. Цветет гортензия очень долго. Начинает у нас она цвести где-то середины июля, с конца июля и почти чуть ли не до конца октября, начала ноября. Вот такая красота у нас растет. А я с вами прощаюсь и желаю вам отличного солнечного настроения и до скорых встреч!